Уже совсем скоро мы отметим юбилейный День Победы. В преддверии 75-летия Дня Победы город украсили инсталляциями. Красные звезды с цветами и белыми голубями появились на Советской площади, бульваре Кузнецова, на пешеходной зоне дорога к храму, у мемориала Славы и в других местах. Сергиев Посад к Дню Победы украсили инсталляциями. Красные звезды с цветами и белыми голубями появились на Советской площади, бульваре Кузнецова, на пешеходной зоне, дорога к храму, у мемориала Славы и других местах. Красные звезды – символ победоносной Красной Армии, а белые голуби – символ мира, наступившего на земле после победы над фашизмом 75 лет назад. Многие мероприятия, которые были запланированы в рамках празднования юбилея Победы, перенесены из-за угрозы распространения коронавируса. Однако именно 9 мая праздник будет в домах и сердцах россиян. В этом году мы отмечаем юбилейную дату – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, он пройдет не так, как мы себе это представляли пару месяцев назад. Но мы все равно будем едины. Праздник придет в каждый дом, в том числе и благодаря телевидению. 9 мая мы будем работать для вас 24 часа. В эфире телеканала «Тонус» мы покажем, что происходит в Сергиево-Посадском городском округе в День Победы. С помощью нашего телемарафона вы сможете увидеть на своих экранах участников войны и тех, кто сейчас рядом с нами, и тех, кто не дожил до этого дня. В День Победы в нашем эфире мы будем принимать поздравления от известных людей нашего округа, знаменитых на всю страну актеров и музыкантов. Фильмы, концерты, телепередачи будут посвящены героям Великой Отечественной войны и их потомкам, которые помнят о подвигах тех огненных лет. Акция «Бессмертный полк» пройдет в нашем эфире в 15 часов, и вы увидите своих родных, друзей, земляков, которые попадали в объективы наших видеокамер, шествуя по городу с портретами своих победителей. Специальные выпуски новостей выйдут в эфир 9 мая в 13 и 16 часов, а также в привычное для вас время – 18:20 и 21:30. Встречайте День Победы вместе с нами, смотрите телемарафон «Направление Победа» 9 мая.